Вовочка говорит отцу: «Папа, тебе рассказать, как я первый раз ездил на твоем бумере? Или ты хочешь сам завтра прочитать в газетах?» Секреты по народной медицине, секреты долголетия и омоложения организма народными рецептами, маленькие хитрости для дома и немного юмора на канале «Здоровье и долголетие». Ссылка в описании. Ты зачем посоветовал мне окна на зиму заклеить? А что, теперь в квартире слишком тепло? Нет, темно. Подписываемся и слушаем дальше. Информация для прекрасных дам. Если вы будете ходить в широкой одежде, остерегайтесь механизмов. А если будете ходить в обтягивающей одежде, остерегайтесь механиков. Все, хватит. После крещения начинаю новую жизнь. После крещения понедельник. Новая рабочая неделя начинается. Когда ты там успеешь еще и новую жизнь начинать? Блюдко. Про интроверта более подробно мы можем узнать по его манере речи, по его жестикуляции, по его прочитанной литературе, а про экстраверта расскажет его гребаный незатыкающийся рот. Девушка, нам с вами по пути. Не думаю, я нафиг не иду. Изя, ты куда так спешишь? На почту, пока не закрыли. Телеграмму отправить? Нет, надо набрать чернил в авторучку. А ты гадала на это Рождество? Да, гадала. Ну и как? Как-как? Не угадала. Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? Да ему так легче рюмочку опрокидывать. А ты знаешь, чем Вовочка занимался на этот Новый год? Он снеговиков катал. И что тут сомнительного? Так он их на такси катал. Папа, а где мой плюшевый мишка? Сынок, ты совсем вырос, поэтому я убрал все твои игрушки в гараж. Папа, но это же мой друг, мы с ним все время разговариваем. Сынок, ты теперь взрослый и должен знать, что плюшевые мишки не разговаривают. Да, папа, но ты бы видел, как он слушает. Подписываемся, кликаем на колокольчик.